Где ракета? Ракета, но она вылетала вроде уже, она же. С чего, блядь? С чего я плохого мнения? Не надо, пожалуйста, обобщать всех. Окей, ты меня смотришь 3 года по интернету, а я тебя буду видеть первый раз. А как ты тогда выкручивалась от тех, кто выслеживает? О, один раз я даже вызывала полицию. Я просто не знаю, для чего чуваки так делают. Это под твоим стримом. Реклама. Еле смог найти там... Рафла не бала. Та... Как относишься к Натали? Там овер дохуя рекламы. В смысле, блядь. Это бзик на китайских подводных лодках. Ошибка порчи архива Ян Вен. Ян не выдержал допроса по методу Д, приглашенный судмедэксперт оформил естественную смерть. Тело пока что отправлено в подвальный морг и помещено в ячейку ТД-181. У нас там уже не хватает места, возможно, придется уничтожить трупы, не дождавшись конца квартала. Рапорты о операциях внутри лагеря, меры предотвращения побега. Вчера Бреннер заметил подозрительную активность после отбоя. Под покровом ночи заключенные пробрались в морг. У Бреннера... По-моему, те, кто смотрит футбол, они геи. Ну, я доказал это только что научно, между прочим. Я это даже аргументировал сейчас, только что. Здравствуйте, можно вызвать сотрудников полиции по адресу Болотная площадь, парк Репинский сквер? Хоть эмоционально, залил одну пизду, принялся приходовать другие, и все у одной бабы. Чё? Подъезжают сотрудники, гражданин будут оформлять. Сначала распевал, начал оскорблять, орать матом. Будет отвечать за свои поступки по закону. Я не понял туда. Видите, я своей головой застряла под мостом, ребят. Давай, чеши, головой, упирайся. Вик, все нормально, Вик? Куда-то обратно пой. В смысле? Нет, нормально, я вперед плыву, я немножко застрял. А что дальше? Что дальше? Я пытаюсь выбраться. Что ли? На ладошечку? Ага. Во. Опа. И чего? Камни, что ли, мне передавай обратно? Леша, если ты не прыгнешь, то все. Что все? Все, я уплываю, ты можешь прыгнуть. Профессионал. Да. Шо? А, у меня в доте микрофона нет. Это сука. Добрый дед, не лазь в ту дырочку, где был звук. Это не дырочки девчонок, не надо путать. Я ну, не ты лажу. Понял, короче. У меня рот еле открывается, как я, блядь, туда залезу. Ебать. Стрима, ну, потому что он тоже пойдет с нами встретиться. Вот. Голос хрипцой все еще. Да, это так бесит, знаете, типа, мне кажется, что мне такой... То ли голос прокуренный такой, то ли мужской, это прям так... Меня ползут. Алло. Откуда он принес? Убила его. Поднимешь? Да, да, меня поднимают. Сколько я раз упал-то уже.